На сессии Бендерского горсовета сегодня приняли отчеты госадминистрации и ряда городских предприятий о работе в прошлом году. Подробности у Натальи Цыку. Молочные ряды Бендерского рынка. Обычно к 11 утра они уже пустели. В жару санитарные службы разрешали торговать продукцией лишь в прохладные утренние часы. Так же было и с мясом. Но со временем появились охлаждающие прилавки. Теперь создадут условия и для продажи молочной продукции. Планируется завершить работы по молочному корпусу, открыть его. И после того, как туда перейдет часть людей из корпуса, где у нас мясо-молочная продукция продается, провести увеличение рядов для увеличения холодильных столов и поставить дополнительный ряд. В прошлом году подсчитали, количество частных предпринимателей в Бендерах уменьшилось на 700 человек. Всего их 2500. С начала этого года патент для производителей товаров и услуг подешевел наполовину. И позитивный результат есть. Предприниматели вновь возвращаются в бизнес. Только за первый квартал 2017-го количество частников, занятых в сфере производства, выросло на 16%. По результатам первого квартала 2017 года количество индивидуальных предпринимателей у нас возросло, но количество поступлений в местный бюджет значительно сократилось. Работали депутаты и над основными целевыми программами на второе полугодие. В дорожный фонд, вероятно, средств поступит меньше, но план по среднему ремонту дорог будет выполнен полностью. Основные участки – улицы Котовского от Гагарина до Тираспольской, улица Главана, соединяющая город с Протигайловкой. Самый масштабный ремонт пройдет по улице Ечина. Вносим предложение о том, чтобы еще сделать тротуар по улице Ечина. Она улица с 50 лет ВКСМ. Достаточно длинные, очень сложные. Знаете, что там она в запущенном состоянии. Мы по программе с учетом выполнения, без учета выполнения работы, приобретением материалов, примерная сумма 480 тысяч. Также в программе экологического фонда запланировано целевое выделение средств на борьбу с амброзией. Наталья Цыку, Лариса Тарабина и Евгений Никонов. Первый Приднестровский.